Из горящего жилого здания эвакуировали 10 человек. Пожар случился в центре города на улице Симбирской, где загорелась кровля жилого двухэтажного дома. Когда на место ЧП прибыли пожарные, полыхало около 30 квадратных метров крыши. Но огонь быстро распространился по деревянным перекрытиям здания. И уже через несколько минут площадь возгорания составила более 50 квадратных метров. Для локализации огня специалистам пришлось скрыть большую часть крыши. По словам пожарных, жертв и пострадавших удалось избежать. Все жильцы дома вовремя покинули полыхающее здание. Эвакуация жильцов проводилась силами сотрудников пожарной охраны. Были выведены все проверенные помещения на наличие людей. Никого не обнаружено. Причины пожара установят специалисты. Но местные жители говорят, за несколько часов до возгорания сотрудники управляющей компании проводили на крыше ремонтные работы. Из ЖЭКа приходили, крыши делали. Сказали, осторожно, там баллоном были они. Все давно, так все старые. Быстро локализовав возгорание, пожарные смогли отстоять жилую постройку. По предварительным данным, от огня пострадала только кровля здания. А вот какой ущерб нанес пожар жителям дома и кто его будет возмещать, еще предстоит выяснить специалистам.